Всем привет, кисы и коты! Меня зовут Ксения Гора. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем смотреть азиатские вирусные видео. Это будет круто! Очень! Но прямо сейчас будет отчет удачи. И все те, кто успеет поставить лайки за 3 секунды, сегодня вам повезет. Итак, считаем. 3, 2, 1... 0. Если вы успели поставить лайк, удача отправляется к вам. Также обязательно напишите комментарий, и самый классный коммент я закреплю под этим видео. Он будет главным. Ну а мы начинаем азиатские вирусные видео. Погнали! Пау! О! Сейчас будут делать офигенные коктейли, я уже это знаю. Но только посмотрите, это же шедеврально. Это самое офигительное погружение, это как будто другая планета, я вам серьезно говорю. Вода такая красивая. А это что за потемки? Вау! Это же платье Золушки, согласитесь, только... Да, черт! Без всяких тока, это платье Золушки, все. Смотрите, как наполняется вода в лунке. Если вы пошли в лес и заблудились, то вырыть ямку, и вода наполнится. Ну, судя по этому лайфхаку. Ах, полетело. Как пирожное какое-то. Да, такое оно. Сейчас распустится. Это кто? Это лилия? Да? Нет, это не лилия. Лилия и лилия. Это она. Офигенско! Мне вообще показалось сначала, что это маленькая девочка. Возможно, так оно и было. Боже, какие прекрасные места. И тут капуста. Это же капуста. Ну, я поняла, что это не капуста. Ладно, я знаю. Я прикалываюсь. Ну, что, вы не понимаете, что ли? Это, наверное, такое не растет в природе. Это сделано вручную, по-любому. И кружится. Очень красиво небо. Да почему такое все сегодня красивое? Я не могу насмотреться на это розово-голубое какое-то. Вау. А это как... Это песочек такой. Беленький, как моя постелька. Вот это да. Пластика. Она только так руками умеет или еще чем-нибудь? Скажите. Смотрите, это же вообще цирковой какой-то номер, трюк. Зачем ты так делаешь? Эй, прекрати, не надо. Ой, какие красивые. Это пионы? Скажите, или не пионы? Неважно, очень красивый цветок. А здесь как будто шампанское в бокале, но это волна. Это реальная природа. Смотрите, вот это пробки. Что вы знаете про пробки? Вот так и плывем. 5 часов в одну сторону реки, потом в другую 5 часов. Утром, вечером. Я не знаю, какой-то парад, наверное, или речное такси. А? О, я хочу уехать. Все, я не могу смотреть на это на все. Я хочу уехать. Вот сюда хочу. Это где? Это где? Блин, что это? Скажите, если вы знаете эту достопримечательность. Обязательно пишите мне. Ну, это какая-то пустыня. Но песок, он как снег, как соль. О, боже. Это отвратительно. Я сейчас подумала, что это сиськи. Возможно, эти пирожные созданы для того, чтобы они становились больше. Но это какие-то прыщи. Прыщавые кексы. Кошмар. Заводной походочкой, заводной походочкой. Так он и пошел, 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 пошел. Оцените четкость движений. Тот тип вообще не интересуется этим всем. Он болтает по телефону. Ну, конечно. Я бы офигела. Бы увидела такого типочка. Соус терияки, вероятнее всего. Или барбекю. Ой, что-то жарят, а? Я даже представляю, как вкусно пахнет. Боже, какая смелая. Ну ладно, там вода хотя бы. Хотя бы воду тоже можно нехило разбиться, если ты неправильно прыгнул. Дотронется она до воды, интересно или нет? Мне так интересно, дотронется она, не дотронулась. Смотрите, какой домик. Посмотрите, как все красиво. Все, короче, я сегодня вам красоту дарю. Красоту нашей планеты. Вечеринка в небе. Это реальная вечеринка. Смотрите, у нас тут... Он посадил...
Это, наверное, специальный человек от матушки природы. Но это не человек, он ходит и везде садит цветочки. Опа! Смотрите, еще одна пробка. Это на шашлыки поехали ребята такой маленькой уютной компании. Такой малюсенькой. Я бы тут прогулялась. Ой, я буду ходить на стретчинг скоро, потому что надо как-то растягиваться, надо как-то пластичнее быть, на шпагат хочу сесть. Увидели это в моих сторис. Мои мучения. Может, будем садиться с вами вместе на шпагат, потому что я вообще не умею. Не знаю, зачем мне это надо, просто не хочется что-то делать. Капец, у нас какой-то сказки какой-то восточной. Вот эти вот шаолинь, шмаолинь. Капец, он просто едет по такой красоте. Это где это? Гавайи какие-нибудь. Ой, вообще, конечно, затопило все, но так еще даже красиво. Смотрите, тикток. Тикток. Это зашло бы в тикток, мне кажется, по-любому. Кстати, если вы не подписаны на мой тикток, подписывайтесь. Он в описании. Я там примерно так же двигаюсь. Что вы думаете, я хочу пойти на пластику? Все? Стретчинг, растяжка. Опять какой-то непонятный суп. Может, это какой-то суп с морепродуктами. У меня сейчас потекут слюни. Я очень люблю морепродукты. Это пипец. Фу, вот это я не люблю. Улитки. Отвратительно. Господи, на такую хрупкую женщину забрался здоровенная детина. Ну куда он залез? И дочку. Да, мы уже знаем, что вся семья держится на женщине. Так и есть. Так и есть. А-а-а, как классно! Что за пар? Это, скорее всего, небо. Ай! Прям в воде вырезают, посмотрите, какую-то белую рыбину. Кстати, в Азии очень любят вырезать рыб, драконов, лягушек, еще кого. И цветы. Это съедобно, как вы думаете? Да, это съедобно. Это потом можно будет съесть. Но не нам, к сожалению. А! Итак, заливаем. Грибочечки. Фу-фу-фу-фу. Вау. Тигр. Какой славный. Ой. Мы боимся. Очень опасный парень. Ой, Angry Birds. Боже, я рубилась одно время в эту игру постоянно. Короче, я решила. И я хочу поехать в Азию. В ближайшее время. Ага, в ближайшее время, ага, размечталась, я же забыла, что это фигня вся с коронавирусом. Угу, поехала. Какая смелая, прикиньте, на велике вот так прыгать. Паркур на велосипеде, вы слышите вообще, что я говорю, это же вообще... Капец, смотрите на ее ноги, видно по ним, что они такие прям сильные, жилистые, вот это да. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята, если оно вам понравилось, поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, целую, пока!